И последнее. Более 40 ветеринаров выпустит в этом году Якутская сельскохозяйственная академия. Отметим, что начиная с третьего курса будущие специалисты осваивают азы профессии на базе ветеринарной клиники «Айболит» в Якутске. Они учатся правильно определять диагнозы и ставить вакцины. Старшекурсники сами проводят операции домашним животным. В клинике есть все необходимое для практических занятий, в том числе УЗИ, рентгенаппараты. На сегодняшний день в ЯГСХ на ветеринарном факультете обучается 480 студентов.